Я иногда думаю, что самое важное, что нам надо в жизни сделать, это суметь подняться над своей биологической природой. Это сложно, и это невозможно сделать полностью, но в каком-то смысле стать человеком — это перестать принадлежать своему страху и своему гневу, своей агрессии. И если вы способны этого человека в себе найти, дать ему силы, это сделает вашу жизнь человечной.